наше заливное. Вот такое красивенькое получилось оно. Сейчас я вам покажу, как его готовить. Так, поехали. Для начала берем бедро куриное. Вот я взяла 5 штучек. Там побольше килограмма будет. Вот так опускаем в кастрюлю. Так, сюда же сразу опускаю луковицу одну. Морковь вот так брусочками. Потом вот такой вот. Мы его будем резать. И вот такой вот. Это для украшения. Все, вот этого достаточно воды. Нужно чуть-чуть, чтобы покрывало. Солить пока не солим. Все, оставляем вариться примерно часа 2. Можно накрыть крышкой и на медленный огонь, как закипит, поставим. Пенку обязательно нужно будет снимать. Сейчас нужно будет вот на этом этапе положить сюда куркуму. Прям буквально чайную ложечку. Красиво бульончик у нас. И можно посолить уже. Ну, солим, конечно, по вкусу. На свой вкус. Все еще варим. Все, курица готова, сварилась. Теперь ее нужно разобрать. Пока яйца варятся, занимаемся курицей. Выбираем все ненужное. Вот таким образом. Все, готова наша курица. Теперь нужно будет желатин замочить. Я вот взяла пачечку. Сейчас его зальем водой, чтобы он у нас набухал. Все, высыпаем. Я заливаю теплой водичкой. Все, пусть набухает. Хорошенечко нужно будет размешать его. Все, оставляем набухать. Потом мы его немножечко разогреем в микроволновке. Так, далее я буду процеживать бульон. Беру емкость и переливаю в эту емкость бульон. Вот такой у нас красивый янтарный получился. Далее нужно подготовить форму для нашего желе. Для этого я взяла вот пакет из-под молока, крышечкой кверху и вырезаю. Очень аккуратно вырезаем по краю. Все, совсем крышку не убираю, я ее оставляю. Вот сюда мы будем заливать наше желе. Так, одну и вторую. Таким же образом. Крышечку. Все, готово. Убираем в сторону. Так, теперь займемся нашей начинкой. Так, берем курицу, режем кубиками. Такими не сильно мелкими, вот такими средними кусочками. Все уже остывшее. Таким образом нарезаем всю нашу курицу. Далее нужно будет приготовить перец. Перец нужно нарезать мелким кубиком. Вот примерно вот так. Далее я беру 3 зубчика чеснока. Чеснок нужно будет мелко-мелко порезать слайсами. Вот такими прям тоненькими. Далее беру морковь.
режу вот на такие колесики. Не сильно толстые, но не тонкие. Это будут наши цветочки. Делаю вот такие цветочки из моркови. Я сделала надрезы, лишнее убираю. Вот получаются вот такие красивые цветочки. Можно с целой морковки тоже так же сделать. Это будет, конечно, быстрее. И также ее порезать можно. Теперь желатин. Вливаем в бульон. И будем собирать наше желе. Все, бульончик наш готов. Он должен быть немножечко посолонее, чем вы обычно любите. Все хорошенечко нужно перемешать, чтобы желатин разошелся. Все готово. Так, начинаем укладывать наше желе. Берем яйцо перепелиное и кладем вот так его срезом вниз. Сюда можно положить веточку петрушки и небольшую веточку укропа. Прям вот чуть-чуть. Так, далее вниз. Морковь, чесночок, так, горошек, и красный перец. И дальше второй ряд делаем. Также горошек делаем. Красный перчик. Чесночок. И зелень. Также сюда веточку. И укроп. Так, далее сверху кладем мясо курицы. Равномерно все нужно будет вот так разложить по всей емкости. И делаю второй слой овощей. Также яйцо. Кладу его к стенке. Прям приклеиваю к стеночке нашей емкости. Так, между ними вот так листочки зелени. Далее перчик. По всему периметру перец должен быть. Чесночок. Все тоже прижимаю. Так, посыпаю горох. Тоже распределяем горох по всей емкости. И еще один слой курицы.
последний слой. Теперь нужно будет сделать наверх. Яйцо кверху. Так, вот таким образом. Далее перчик. Чеснок. Можете в своем порядке укладывать, кому как нравится. Просто чтобы у нас был со всех сторон окрашен. Вот это вот все. Сейчас будем заливать. Так, еще горошек сверху. Свой горошек остался у нас. Морковки. Все готово. Теперь заливаем нашим бульоном. Аккуратно, чтобы вот так вот все. Нужно, чтобы бульон покрывал все наше блюдо буквально на миллиметр. Натапливаем, чтобы ничего у нас не торчало. Так, морковку тоже туда. Еще чуть-чуть. Немножечко можно встрясти, чтобы вода прошла вся. Все. Теперь нужно накрыть крышкой вот таким образом и убрать в холодильник. До полного застывания. Все готово наше заливное. Вот такое красивенькое получилось оно. Сейчас я его покажу в разрезе. Смотрите. Еще нарежу. Холодец. Пробуйте приготовить по моему рецепту. Это получается очень вкусно. Всем пока. С наступающим Новым годом.